На протяжении всех поколений людей объединяет тяга к неизвестному. Каждый новый горизонт одновременно и вдохновляет нас, и бросает нам вызов. Мы мужественные первооткрыватели и неутомимо воплощаем в жизнь свою мечту. Но таким же сильным, как и наше любопытство, является наше стремление к безопасности и стабильности. Стремление к жизненному пространству, которое было бы для нас защитой и одновременно давало возможность приобщиться к чудесам природы. Никакой другой материал не может это осуществить лучше, чем стекло. Что бы мы сегодня ни строили, куда бы нас ни заводило наше любопытство, везде присутствует стекло. Вот уже более 100 лет вдохновляет и нас этот неподвластный времени материал. Мы разрабатываем инновационные решения из стекла для всех жизненных пространств и сфер. Будь то жилые сооружения, расположенные на головокружительной высоте, в суровом климате, или же транспортные средства, развивающие стремительную скорость. Любовь к своему ремеслу, безупречное качество и постоянные инновации – эти понятия красной нитью проходят через всю историю нашего предприятия, ставшую частью истории самого стекла и превращения его в один из наиболее востребованных строительных материалов современности. Наши корни уходят в 1905 год, когда Йоханн Фридрих Трёш в небольшом подвальчике разрабатывал инновационную технологию переноса фотографий на стекло. Уже во втором поколении его сын Рудольф Фридрих Трёш расширяет семейное предприятие новым направлением – шлифовкой стекла, и в 1938 году основывает нынешнее акционерное общество. Братья Эрвин и Хайнц Трёш, представители третьего поколения, совершили прорыв к современным технологиям в мире стекла. Разработанные братьями из Бюсберга инновационные стеклопакеты и станки для обработки стекла покорили рынок. В 1995 году под руководством Эриха Трёша, представителя четвертого поколения, открывается первый завод по производству флуат-стекла. На сегодняшний день над крупными уникальными проектами работают многие тысячи сотрудников. Они делают семейное предприятие «Глаз Трёш» динамичным производителем и переработчиком стекла. Мы производим стекло для окон, фасадов и крыш. Противопожарное стекло, безопасное закаленное стекло и триплекс. Создаем уникальные решения для дома и работы, а также обеспечиваем защиту пассажиров вертолетов, самолетов, автомобилей и поездов. В производственных помещениях, доходящих длиной почти до 1 километра, мы ежедневно производим 300 тысяч квадратных метров флуат-стекла. Это количество можно сравнить с площадью 42 футбольных полей. Отсюда и начинается путешествие в захватывающий мир стекла. Кварцевый песок, соду, доломит, дополнительные добавки и чистые отходы стекла – расплавляют при температуре 1550 градусов Цельсия до жидкой массы, которая затем, подобно маслу по воде, расплывается по длинной ванне с жидким оловом, постепенно охлаждается и затвердевает до листового стекла. И так все 365 дней в году, 24 часа в сутки. Затем листовое стекло с помощью эффективной логистики на специальных грузовых автомобилях своевременно и в полном соответствии с потребностями доставляется как нашим клиентам, так и на собственные предприятия по переработке стекла по всей Европе. Например, на одну из наших линий для магнетронного нанесения покрытий. На этой линии в условиях глубокого вакуума на листовое стекло наносятся тончайшие слои оксидов металла. Благодаря такому покрытию наши двухкамерные стеклопакеты эффективно сохраняют тепло.
существенно снижая затраты на отопление и выбросы СО2. Наши покрытия обладают различными функциональными и эксплуатационными характеристиками. Они защищают от холода и от интенсивного солнечного излучения, предотвращают образование конденсата и запотевание на внешнем стекле, или же позволяют нам без отражений бликов наблюдать сквозь стекло за внешним миром, или за тем, что для нас является наиболее ценным. Поскольку для людей очень важны защищенность и безопасность, мы производим из нашего флот-стекла высококачественный триплекс, комбинируя высокопрочные специальные пленки и различные по толщине стекла, мы создаем безопасное, антивандальное, противовзломное и пуленепробиваемое стекло. Мы рассматриваем стекло не только с точки зрения его функциональности, но и что касается дизайна, эстетики и стиля жизни. Благодаря применению разнообразных технологий обработки, стекло предоставляет практически неограниченные возможности в оформлении интерьера. Совместно с нашими клиентами и партнерами мы создаем в наших специализированных центрах интерьерные решения для кухни, ванной и жилой зоны, ресторанов и здравоохранительных учреждений, используя при этом как прозрачное или цветное стекло, так и стекло с рисунком. Стекло само является живым материалом, и оно оживляет все вокруг. А техническое стекло, используемое в бытовой электронике, дисплеях, в лабораторном и медицинском оборудовании, а также в автомобильной технике, значительно упрощает нашу жизнь. Стекло также означает для нас движение, динамику и чистые эмоции. От скоростных автомобилей, элегантных лимузинов, грузовиков и автомобилей специального назначения до сверхскоростных поездов, реактивных самолетов и вертолетов. От прототипа до серийной модели. Мы предлагаем самые амбициозные решения из стекла, поликарбоната и акрила. Приверженность к наивысшему качеству и точности наравне с многолетними ноу-хау, которыми обладают наши специалисты, вот только некоторые из причин, обусловивших растущее доверие к нам клиентов со всего мира. Нам доверяют и тогда, когда возникает потребность в максимально безопасном продукте, который будет использоваться в условиях экстремальных нагрузок. Наша многопрофильная исследовательская команда специалистов-инноваторов, опытный инжиниринг и новейшее оборудование позволяют нам быстро и с ориентацией на интересы клиента разработать решения из стекла для любых применений. Новые технологии не только открывают перед нами невиданные возможности, но также постоянно бросают нам все новые вызовы. Будь то сложные стеклянные конструкции в архитектуре, интеллектуальные фасады, которые генерируют энергию, или хай-тек покрытия, предотвращающие столкновение птиц со стеклом, мы гордимся тем, что можем шагать в ногу со временем, ориентируясь на потребности клиентов, полное вдохновение, креативности и инновационного потенциала. Как динамичное семейное предприятие, мы гордимся тем, что благодаря использованию такого нестареющего материала, как стекло, мы можем создавать жизненные пространства, которые предоставляют нам защиту и повышают качество жизни, которые нас постоянно изумляют и побуждают мечтать. Так как нет более древнего материала, который был бы настолько же современным и имел бы такое же большое будущее, как стекло.